Всем доброе утро! Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня с вами начинается новый влог. Я искупалась, налепила себе патчи. И сейчас покажу, чем я занимаюсь, девочки. Наконец-то дошли руки. Вот видите, чем я занимаюсь? Хочу разобрать свой косметический хаос. Чего только нету. Целая гора и целая куча. Хочу посмотреть здесь сроки годности. Чем пользуюсь, не пользуюсь, убрать, выкинуть. Освободить место для нового, да? И посмотреть свои губные помады. У меня, девочки, чисто косметичка для губных помад. Так что сейчас в этот хаос немножко приведу. В божеский вид, если его можно, конечно, привести. Вот. Кошмар, да, девочки? Сколько много. Хотя для кого-то это может быть и немного. Ладно, буду все разбирать. Вот, начала разбирать, девочки, я обалдела. Смотрите, у меня получается 4 только пудры. Вот это чисто матирующая. Она прозрачная. Вот это вот я тоже ее про нее говорила. Транспарантная, да, вот этот люксвизаж хороший. Это вот наносить на там тон, он хорошо матирует. Вот этот L'Oréal Alliance Perfect, мне тоже она нравится, хорошо держит. Вот эту я купила, когда покупала вот эту пудру, но оказалось, что я взяла, промахнулась себе цветом. Сейчас же нету пробников, чтобы можно было посмотреть. Вот эту пудру я могу вообще наносить без тональной основы, она прям хорошо перекрывает. Это у меня бронзер, трое румян. Вот, трое румян. Кошмар, девочки. Три туши для ресниц. Надо с мамой, наверное, поделиться. Смотрите, вот это вот 4 цвета. Кирюш, не балуйся. 4 цвета, это жидкие тени. Вот Metal Hype. Какой здесь у меня оттенок? 1, 4, 6, 5. И от Ламель, вот эти вот как глиттеры в золотом цвете у меня. Кошмар. Девочки, вот это все у меня подводки. Это тоже подводка. Где? Вот это вот тоже черная подводка. Здесь Лило. А это что у нас? Даже не знаю. А, это Стеллари. Короче, вот две Лило, одна коричневая, одна черная. От Люкс Визаж вот такая с фетровым наконечником. Три получается как Каяла, одна коричневая, два коричневых от Диваш, от Стеллари и от Релуи. Две цветные подводки, одна черная матовая, это вот это вот люминайзер, который от Люкс Визаж. Так, надо с мамой делиться. Так, карандаш коричневый для бровей, пудра для бровей, это у меня гель для бровей. Так, и здесь у меня праймер от Catrice, но, девочки, он что-то, мне кажется, забивает мне все-таки поры. Такая база от Эвелин, но здесь, знаете, как это, пишет сияющая и матовая. Ну, конечно, насчет матовости, что-то я сомневаюсь, я нанесла на руку, но вы не увидите. Что-то я сомневаюсь, сияние, да, дает небольшое. Это корейская от Холика у меня. BB-крем, но он больше подойдет для увлажнения все-таки. Я промахнулась, не то взяла, мне надо было в зеленой упаковке для жирной кожи. А это идет как увлажняющее, оказывается. Так, вот такой от Люкс Визаж тон. Вот это, кстати, идет на Wikidos. Это тон от Эвелин, который мне нравится. Он у меня прошел срок годности. И это что? Эта база под тени тоже прошел срок годности. Мам, ты вовремя. Выбирай. Нет, мне для бровей. Для бровей, ну вот карандаш и пудра. Вчера что ты мне пудру давала? Так, щеточка. Сейчас, сейчас, девочки, маму отпущу. Так, мама ушла. Здесь я вроде все вам рассказала. И, ой, иди сюда. Как у тебя? Тут аккуратно поставить. Девочки, а это все тени. Представляете? Тени. Вот это вот моя самая первая палетка. Это, по-моему, Revolution. У меня их прямо уже 4 штуки. Да. Вот это у меня была первая палетка от Revolution. Есть палетка от 1 Catrice. Это какой оттенок тут у меня?
Бери, кто увидит, тот молодец. Короче, вот такая вот. Это мой скульптор. Ладно, хоть скульптор у меня один, честное слово. И вот база от Люкс Визаж и две эти. Два консилера. Короче, девочки, остановите меня в покупке косметики, Юля. Использую сначала это. Я боюсь заглядывать вон туда, девочки. Это там еще вообще караул. Ладно, убираю. Ну что, вот такой вот итог. Так, ну-с, давайте-ка займемся вот этим. О мой бог, девоньки. Смотрите, какой капец. Юля маньячка. Девочки, вот вы видите, сколько у меня чисто белорусских помад. Это все белорусские помады. И вот эти вот новые тоже. Я, наверное, сделаю отдельный обзор, чтобы показать все вам оттенки. Очень я их люблю. Вот это вот, конечно, сушить сильно. Но вот остальные прям... Ладно, буду убирать. И тут, знаете, так мало осталось. Он тебе понарисовала немного руки. Ладно, буду разбирать. И надо готовить, кушать. Пойдем с вами. Ну что, как итог, у меня это идет на мусорку. Здесь у меня три, получается, карандаша для губ. Они уже просто сроки прошли. Так же, как вот эти вот помады от Stellary. Они вообще годны до 18-го года, девочки. На выкидос. И вот эта вот помада от Avon. Она прям вот такая. Где она? Она уже тоже даже запах имеет не айсовый. Такой вот беж. Вот она самая... Ну-ка, самая первая вот такая вот. Ну, персиковый цвет, так скажем. Это база от Лимонида, тоже на выкидос. От Stellary подводка тоже. Эвелин, я вам уже говорила. Вот такая вот помада от тоже Stellary. Где она? Да даже, видите, уже артикула нету. Годен тоже до 18-го года. И она такая вот розовая. Вот это как раз-таки вот вторая. Вот это вот вторая. Вот она. Такая с блёстками. И вот это вот от Люкс Визаж пинап в 11 тоне. У меня сломан этот. Я купила себе замену. Ее уже там вообще на донышке. Так что выкидос. Ну что, пора у нас нам приготовить драники. Я уже начистила вон картошку. У меня прям одна большая луковица. Я порезала вот так на 4 части. Сейчас измельчу картошку в блендере. Вот сюда вот все выложу. И будем делать дальше. Ну вот столько у меня получилось. Довольно-таки прилично. Она получается прям миленькая-миленькая. Вот аэротехнология, да, девочки? Раньше мы терли, помню, через мелкую-мелкую терку. А сейчас... Потом я начала, кстати, хитрить через мясорубку. Но мама всегда это просекала, что я это через мясорубку сделала. Сейчас блендер вжих и быстренько, и слава богу. Так, добавляю теперь 2 яйца. Ага. Вот так. Дальше солю. Так, теперь добавляю черный молотый перец. И вот у меня соль. Все, замешу и буду жарить. Так, вот такое вот тесто у меня. Не тесто, это сын мне говорит, тесто, я уже тесто говорю. Консистенция вот такая вот получается. Уже раскалила сковородку. Сейчас буду выкладывать и буду жарить. Столько у меня в итоге получилось. Я видите, их бочком прям складывала в два ряда. И здесь, здесь такое количество. Большой такой контейнер, приличный, сломаю ладонь. И давала пробовать папе на соль, сказал, все нормально. И сын попробовал 3 штуки, им первый раз давала. Заценил, значит, вкусно. А я не пробую. Поверим сыну на слово.
Мои хорошие, ну что, все брала, все разобрала, разгребла, так скажем, кушать приготовила, всех накормила. Мужчины легли спать. А я пошла, девочки, куда пошла? В косметический магазин. Да-да. Но не себе. По крайней мере, я очень сильно постараюсь. А мама попросила купить ей такую же пудру для бровей от Luxe Visage, которая у меня. Ей понравилось. Здесь есть у нас магазинчик. Такой неплохой выбор вот именно белорусской косметики. Посмотрю, есть ли здесь они или нет, потому что я брала не здесь. И вообще мне надо еще в Магнит косметик. Не знаю, как там. И вообще мне надо еще в Магнит косметик. Посмотрю, мне надо что-то за уходу по волосам. Вообще хочу посмотреть, может, есть вот это вот для, знаете, как для блонда от LCF, которая новая вышла. Попробовать хочу немножко тонировать. Оно должно тонировать. Не хочу пользоваться тоникой, да, вот такими вот жесткими. Не хочу кучу, чтобы у меня были сухие волосы. Давайте, пошлите, не будем зря время тратить. Девочки, смотрите, я уже в Магнит косметик. На что наткнулась? От Вэлла оттеночный бальзам. И тут даже есть какой-то кокос. Светлые тона. От Пантино вот есть. Ну посмотреть. И смотрите, здесь что самое интересное. Карамель, шоколад и вишня. Цена 299. Надо посмотреть. Вот интересно. Я что-то не видела его раньше. Предотвращает желтизну. Так, ладно, сейчас посмотрим, походим. Тресеме панти. Никогда не пробовала тресеме. Реставрация волота нет. Сейчас посмотрим. А вот, смотрите, фиолетовая маска против желтизны. Для волос оттенка блонд, эмилированные брюнетки. Можно посмотреть на 5 минут. Так, сейчас посмотрю. Шампунь против желтизны. Что-то такое новое. Бондинг, бальзам, реставрация волос. Девочки, что-то такое первый раз вижу. Прикольно. Что-то новенькое. Давно не было. Объем восстановления. Так, я, наверное, это возьму. Сейчас посмотрю. Вот мне раньше вот этим черным пользовалась, нравился. Вот такие, кстати, тоже ни разу не пробовала. Вот Herbal Essences. Здесь скидка. Их тоже, кстати, очень хорошо хвалят. Вот еще вариант. Даже он. Кто-нибудь пользовался такими? Напишите, если пользовались. Будет интересно. Что-то новенькое попробовать. И, кстати, я никогда не пользовалась вот теми вот фруктис, которые с бананом. Вот это вот ни разу. А вот этот вот бальзам, ой, этот бальзам сияния. Ну, как маску я ее держала, мне очень даже нравилось. Так. Мои хорошие, хочу вам быстро показать, что я тут купила. Вот что я мама просила. Я купила ей вот эту вот пудру для бровей. Тоже в таком же оттеночке. Вот тон номер 2. Видите, цена 171 рубль. И она мне сегодня просила с утра губнушку. Поярче что-то она хотела. И она вот красилась. Вот 514 тон. Я накрасила своей губнушкой. Эту не трогала. Вот такого вот она цвета. Чтобы она у нее новенькая была. Думаю, ну что уж прям. Могу позволить уже, господи. Так что вот такой цвет купила. Так, еще у нас здесь открылся магазин «Славянка». Сегодня увидела, ходила, ну, проходила мимо, так скажем, у Кирюшки. Как раз все носки, знаете, стали
маленькими и такие, ну, потерлись уже. Взяла вот такие вот одни, размер 25-30. У меня Кириллу 2,6 сейчас, да, и он носит 26-й размер обуви у него, девочки. Вот 25 рублей, но они прям тонкие-тонкие. Состав, вот можете посмотреть. И они прям тонюсенькие-тонюсенькие. Ну-ка, дай покажу. Как-то так вот. Прям вот пальцы аж просвечивают. Взяла одни, думаю, попробую, как говорится, да. Вот эти вот очень хвалили. Говорили, что прям хорошие по качеству и все. И в носке. А вот состав. Здесь размер 18-20. Там прям помогали мне выбирать. Вот такие, но они поплотнее. И вот такие две пары тоже по 50 рублей. 20-25 размер. И вот такой вот состав. И за все я в этом магазине отдала 190 рублей. Получается, что 4 пары носочков. Ну и давайте. Ой, магнит косметик. Так, здесь что я взяла? Точилка, короче, себе и мама. Как коснулась. Да, красиво мама нарисовала тут. Как коснулся вопрос, знаете, и нету ни у меня, ни у мамы не точил. Короче, себе и маме, какой он там себе выберет, будет вторая мне. Так, это я не знаю, зачем мне дали, я не просила. У меня есть дисконт на ихняя карта, ну, короче, мне пробили. Вот такой взяла, пока-пока, сынок. Вот такой взяла шампунь попробовать. Его вообще, раньше я его не видела. Для волос поврежденных при укладке и окрашивании. Глискур, в принципе, Глискур мне эта фирма нравится, и такой же взяла бальзам. Короче, попробую, испробую, как оно мне получится. Взяла вот такой вот бальзам, который идет оттеночный для блонда. Увлажняющая формула предотвращает желтизну волос, а его можно использовать для ежедневного использования. Да, красиво, сынок. Попробую тоже, что будет. И взяла вот эту вот маску. Это именно маска фиолетовая против желтизны. Для милированных. И что вам там, вот я смотрела. Короче, все это взяла. Так, а где моя? Вот. Ну, короче, цена вышла. 1360. Может, кому будет интересно. Вот. Помощник бабе. Давай, на работу помогай. Пришли к бабе. Вот так уже, бабе. Помогаю работать. Все, встав. Мама у нас работает. Отпускай. В маске. Все меры Все, стои. Даже завтра придешь работать. Тёп, помощник стой. Бабин. Помощник. Носи. Мама. Да неси, неси. Неси. Помощник. Распродажа у мамы. Тут еще как раз отдел Натали. На все. Все соблюдено. И это даже перчатки, все для всех, все хорошо. Что? Я не знаю, говорила или нет, что мама у меня имеет свой отдел. Вот здесь видите, у нас фикс прайс. Повторюшка. Баба. Сынок, ты скалолаз? Да? Да? Скажи, я люблю тут с бабой ходить. Лазить. Да. Нет, сюда, на эту сторону давай, то баба там не удержит тебя с той стороны. Давай сюда.
Опа. Вот так. Вот так. Еще? Давай. Полез, полез. И потом не заберешь же отсюда. Ну, конечно. Теперь вот сюда наступай. Вот этой ножкой. Ну, сколько баба будет тебя учить, Кирилл? Не той. Левой. Где у тебя левая нога? Мама тебе сколько уже говорит? Вот, левая, правая. Молодец, практически. Правильно. Получилось, почти что. Да-да. Закидывай, закидывай. Вот. По горам будешь ходить. Вырастешь. Да? Мама. Что еще? Да. Знаешь, как дядя Саша по горам ходит? Вот так. Да, есть я дядя, который по горам любит ходить. Давай. Тихонько. Да я что-то ступила, блин. Что там, мама? Наслаждалась, смотрела, что. Вот чем надо ребенка занять на улице. Катает машинку. А мы с мамой тут сидим. Да, мам? Да. Да. Мальчик ушел. Катай, катай. Экскаватор у него, да. Сейчас такое было умиление, а я девочке не засняла, как он общался. Прям видно, что ребенку нужен садик. Дети. Дети, общение, да. Ой, как далеко поехала машинка. Догоняй скорее. Сюда, Катя, Кирюш. Сюда к нам давай. Там дорога, не дай бог. А зачем ты бросаешь? Мама машинку купила, он еще и бросает. Ветер. Солнышко? Не надо девать, не надо. Солнышко уже прячется. Ветер. Ты моя красавица. Куда ты пошел? Кирюша, то машинка здесь твоя? Ты куда пошел?